Ульф Старк. Как сова отправилась в отпуск. У большого камня под дубом сова дает уроки лесной детворе. Она проводит занятия по утрам, перед тем, как лечь спать, потому что совы спят днем, а бодрствуют по ночам. Сегодня на уроке дети собирали листья, иголки и сосновые шишки. А еще они измеряли ствол дуба, обнимая его лапами и крыльями. «Дуб такой толстый, что мы можем обхватить его только все вместе», — объясняет сова. «Мой дедушка тоже толстый», — говорит самый маленький мышонок. «Но дуб может жить 1000 лет», — отвечает сова. «А твой дедушка не может, да и я не могу». Все смеются, а потом начинают танцевать вокруг дуба, ведь это так весело. А когда весело, учиться гораздо легче. Затем сова собирается на школьный камень и показывает ученикам лист, упавший с одного из деревьев. «Кто знает, что это? А можно посмотреть поближе?» – спрашивает зайчонок и протягивает лапку. Он берет листок, кладет его в рот и начинает жевать. «Это кленовый листок», – сообщает он, облизываясь. «Совершенно верно», – отвечает сова, – «но есть учебные материалы нельзя». «Простите», – говорит зайчонок, – «я очень проголодался». «И я тоже», – заявляет белочка. Она запрыгивает на камень, хватает сосновую шишку, которую сова как раз собиралась показать классу, и начинает ее грызть. «Фу, сосновые шишки невкусные», – говорит лисичка. «Я бы лучше съела муху», – перебивает лягушонок. «Улитку», – поправляет ежик. «Пауки тоже очень хороши», – заявляет сорока. «Я хотела сказать зайца», – говорит лисичка с ухмылкой, поглядывая на зайчонка. «У каждого зверя свой вкус», – объясняет сова. «Лично я предпочитаю». «Нас!» – пищат мышата. Они начинают прыгать вокруг камня, приговаривая. «Ха-ха-ха, пока мы в школе, ты не можешь нас съесть. В лесу такое правило. В школе все должны быть добры друг другу и нельзя никого есть». «А теперь займемся физкультурой», – говорит сова, зевая. «Встаньте подальше друг от друга». Сова очень устала. Хорошо, что дети такие непоседы, но от этого устаешь, особенно если не высыпаешься. А в последнее время сова плохо спит. На елке рядом с дубом, в дупле которого живет сова, обосновался дятел. И вот уже несколько дней он не дает ей заснуть своим стуком. А у сов очень хороший слух. «Вот бы отдохнуть несколько дней», – думает сова. Она поглядывает на мышат, они нашли желудь и принялись играть в футбол. Зайчонок прыгает через ежика, белочка скачет с ветки на ветку. «Пора научить их считать до 4», – думает сова. Она еще раз широко зевает и засыпает. «Проснись, сова!» – стрекочет сорока. «Уху!» – вздрагивает сова. «Что случилось?» «Ты уснула», – объясняет сорока. «А урок уже закончился». Все смотрят на сову, и ученики, и их родители, которые пришли забирать детей из школы. Сова еще никогда не засыпала на уроке. «Простите», – говорит сова, – «я на минутку задремала. Занятия окончены, всем спасибо, можно идти домой». «Извините», – говорит мама-мышь, – «я не очень хорошо считаю. Все ли мои дети здесь? Все 4?» «Да», – отвечает сова, – «давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4». Мама-мышь и другие родители расходятся вместе с детьми по домам. С совой остается только сорока. «Тебе надо отдохнуть», – заявляет она. «Отправляйся в отпуск». «Отпуск? А что это такое?» – удивляется сова. «Разве ты не знаешь?» – стрекочет сорока. «Нет», – отвечает сова. Тогда сорока объясняет. «Отпуск – это когда ты улетаешь куда-нибудь далеко и там отдыхаешь, и почти ничего не делаешь, только спишь, ешь и веселишься». «Звучит заманчиво», – вздыхает сова. «Но с кем тогда будут заниматься мои маленькие ученики?» «Я могу стать их учителем», – предлагает сорока. «Ты? А что ты умеешь?» «Много всего разного», – отвечает сорока. «Тогда я с удовольствием отправилась бы в отпуск», – говорит сова. «Но обязательно проследи, чтобы дети научились считать до 4 и вить гнездо. Не беспокойся, хорошенько выспись сегодня, а вечером можешь отправляться в путь».
Прежде чем отправиться к себе в дупло, сова выкладывает перед школьным камнем 4 палочки. Это 4, видишь? 1, 2, 3, 4. Не забудь. Хорошо, отвечает сорока. Вечером сова отправляется в путь. Она летит на другой край леса и находит себе дупло. Оно меньше, чем ее дом, но ведь это только на время отпуска. После ужина сова усаживается на ветку и ничего не делает, а только отдыхает. Она вдыхает запах леса, наблюдает, как мимо проносятся летучие мыши, и прислушивается к звону комаров. Она даже слышит, как паук плетет свою паутину. Ведь, как мы знаем, у сов очень хороший слух. «Как хорошо и спокойно», — думает сова. «Пожалуй, мне здесь понравится». «Доброе утро, дети!» — приветствует зверят сорока. «Я ваша новая учительница». «А где же сова?» — удивляется зайчонок. «Она в отпуске. Давайте начнем занятие». «А что мы будем сегодня делать?» — спрашивает белочка. «Сегодня вы научитесь вить гнездо», — сообщает сорока. «Но у меня уже есть замечательная норка под землей», — говорит один из мышат. «А теперь ты научишься вить самое лучшее в мире гнездо, настоящее сорочье гнездо», — гордо отвечает сорока. В работе участвуют все. Полевки, белые мышки собирают мелкие веточки, зайчонок и лисичка таскают ветки побольше, а лягушонок приносит грязь, из которой в гнезде сделают пол. Сорока показывает малышам, как складывать ветки. Очень важно все сделать правильно, а не то гнездо развалится. К концу урока все немного устали, но зато очень довольны. «Теперь вы знаете, как вить настоящее гнездо», — подводит итог сорока. Лисичка заявляет, что ей больше нравится жить в своей норе. Зайчонок не хочет покидать свою уютную норку под кустом. А белочка обожает свое гнездышко в густых ветвях. У мышат под землей есть чудесные норки. Но все равно дети очень довольны. А потом за ними приходят родители. Сегодня день прошел весело. Дети научились работать вместе и узнали, что все звери живут в разных домах. «А все мои дети здесь? Все четверо?» – спрашивает мама-мышь перед уходом. Сорока смотрит на палочки, которые сова разложила на земле. Потом смотрит на мышат. Их столько же, сколько и палочек. А сова сказала, что это 4. «Да», – отвечает сорока, – «все мышата здесь». Но это не так. Когда дети строили гнездо, один мышонок случайно взял одну палочку и отнес ее к гнезду. И теперь мама-мышь уходит домой только с 3 мышатами. А самый маленький мышонок потерялся. Он ушел искать веточки и не вернулся. Сове плохо спится в новом дупле. В отпуске ей жалко тратить время на сон. Она думает, как же это хорошо, когда мыши не пищат, лягушка не квакает и дятел не стучит. «Как же замечательно», — думает она, — «мне не нужно работать, я могу заниматься, чем хочу». Беда в том, что она не знает, чем хочет заниматься. Весь день она раздумывает над тем, чего же ей хочется. Всю ночь сова летает по лесу и продолжает думать об этом. Она видит вокруг все то же самое, что видела вчера, но теперь ей уже не кажется, что здесь так уж здорово. Когда солнце поднимается над вершинами деревьев, сова понимает, чего она на самом деле хочет. Она хочет вернуться к своим ученикам. Утром начался новый урок. На этот раз сорока хочет научить всех летать. Некоторые ученики уже умеют, а другие даже не представляют, как это делается. «Надо сильнее махать крыльями», — объясняет сорока. «Все ученики по очереди должны залезть на школьный камень. Не бойтесь, прыгайте и машите как можно сильнее». Зайчонок пытается махать ушами, лисичка — лапами, а мышата, что есть сил, крутят хвостами. Но стоит им прыгнуть с камня, как они тут же падают. Они смеются, потому что падать очень весело. В это время возвращается сова. «Как ты это здорово придумала», — говорит она сороке. «Ты учишь детей тому, что невозможно уметь все, но каждый умеет что-то свое. Зайчонок не умеет летать, но он очень ловко прыгает. Ёжик не умеет прыгать, зато он самый колючий». Тут сова замечает большое сорочье гнездо, которое свили дети.
А какую замечательную школу вы построили! Теперь мы сможем заниматься внутри, если захотим. Ах, я так рада снова вас всех видеть! Но где же младший мышонок? Младший мышонок, стрекотится Рокко. И правда, где же он? Ты вчера пересчитывала мышат, когда за ними пришла мама-мышь? Да, отвечает сорока, их было столько же, сколько палочек. Ой-ой-ой, говорит сова, когда видит, что осталось всего 3 палочки. Я немедленно лечу его искать. Сова летит над полянами, ручейками, лужайками. У совы прекрасное зрение. Она может разглядеть каждую травинку и услышать даже легкий шум. Вот она слышит, как кто-то смеется. Кто-то, у кого очень тонкий и тихий голосок. Это самый маленький мышонок. Он переночевал в ворохе листьев, а потом нашел в паутине муху и съел ее. А теперь он валяется на земле и щекотит хвостиком себе животик. Он не любит скучать. «Ху-ху, вот ты где!» – восклицает сова. «Мой милый непослушный ученик!» Она осторожно берет мышонка в когти и летит с ним обратно в школу. «Какой урок у нас будет сейчас?» – спрашивают дети, когда сова возвращается. «Урок музыки. Мы устроим праздник, потому что у нас есть новая школа. Я вернулась из отпуска, и мы нашли младшего мышонка», – отвечает сова. Они все вместе забираются в школу и громко запевают песню. Нет только самого маленького мышонка. Он висит вниз головой, зацепившись хвостом за ветку. Мышонок покачивается из стороны в сторону и думает: «Как здорово, что сова меня нашла. Завтра я обязательно научусь считать до 4. На всякий случай».